Какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, но разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем. А кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись злобной, невнятной полемики, есть те, что, увы, на подъем нелегки, погрязли в ненужной словесной истерике, и им никогда не нырнуть под флажки. И баньку никто не протопит по-белому, народ больше к едкому дыму привык, а вредный угар без того угорелому теперь еще крепче завяжет язык. Писателем собственной повести, в которой сюжет вызывает вопрос, шлет жизнь ежедневно сигнал нашей совести с отчаянно частым посланием СОС. Мы хлещем коней, по бокам круто вздыбленным, но кони стоят и в крови у дела. И то, что навеки казалось незыблемым, на наших глазах догорает дотла. Никто и ничем осмелев не гнушается, и частая ложь стала нормой вполне. А наглая мразь вон из кожи старается стереть нашу память о прошлой войне. Не выйдет продажные, Бога не знавшие, кто ваш господин, нам понятно без слов. И жаль, что в земле, где лежат за нас павшие, на братских могилах не ставят крестов. Надеюсь, вы слышите и к нам не утратили свой интерес. Так, может быть, все-таки что-то напишете и нам пропоете однажды с небес. Нас, грешных, походу, неверие сглазило. Живем, будто спим, понимая едва, как вас ни с того, ни с сего угораздило уйти, не простившись от нас в 42. Владимир Семенович, как вас угораздило уйти, не простившись.